Здравствуйте, компания Прогресс Авто. Сегодня у нас вот такой вот пресс-подборщик самоходный Star MRB 0850. Смотрим цепь, все смазано, все хорошо. Он со своим моторчиком. Все выглядит вот так. Как поднять? Сразу покажу под крышечкой. Все, естественно, гидравлическим способом поднимается. Здесь вот он напрессовывает. Все это вот так работает. Так, мотор самостоятельно он ездит. Моторчик простой, понятное дело. 10 лошадиных сил. Почти как трактор полноценный. Такой вот пульт управления. То есть встаем и, соответственно, едем на нем. Газ работает. Газ, правильно? Газ? Да. Вот выход. Никакой примеси нет, ничего нет. А? Да, я понимаю. Пульт управления. Проверь, пожалуйста, повернись, чтобы сразу было видно. Примерно так он передвигается. Крутится. Ну и все, все преимущества гусеничной техники, в принципе, у него есть. Вперед, назад, как вам угодно. А фара включается? О, даже фара горит, смотрите, это просто прекрасно. По гусянкам, по состоянию. Правая, левая. Остаток еще на самом деле хороший достаточно. Но есть, конечно, замечания. Ничего страшного. В этом нет. Такой вот пресс-подборщик у нас теперь есть. Самоходный, самостоятельный. Можно отправлять его, и будет он сам собирать вам сенца и его паковать. Рулонник, забыл сказать, 20-30 килограмм максимум его вес. Такой вот, всего доброго.